ОБСЕ поддержала резолюцию Украины о восстановлении мира на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по-прежнему осуждает временную оккупацию Крыма и призывает Россию прекратить поддержку террористической деятельности в Украине. По требованию ОБСЕ российская сторона должна вывести с территории Донецкой и Луганской областей все вооруженные формирования. В организации отметили, что требования включат в Минские соглашения.